Так, подключился сейчас через Bluetooth. С другого телефона пробую. Напишите что-нибудь насчет звука. Так. Так, народ начал подключаться. Так. Есть, да? Супер. Давайте сейчас минутку подождем, пока все подключатся. Значит, расскажу вам самую веселую историю за много лет. Значит, так. Бачуя Ауди Бини, Белс Ауди, Кишинев Ауди, Тед Нормал с крылыми. Так, Биник и Тед Нормал. Акуш. Я тас пуниктя за плату лумя. Майфач соляк дерепостырь, куда мне жута. Так. Пишут, Германия отлично слышно. Так. Ну что? Короче, расскажу я вам мелодраму. Одну из самых прикольных мелодрам в моей жизни. Значит, в последнем своем эфире, находясь в Москве, в Шереметьево, я говорил о том, что улетаю на пару дней в одну из клиник для того, чтобы привести себя полностью в порядок. Нас ждет очень тяжелый период, компания и так далее. Тем более, что сейчас агитировать нельзя, документы сдали. И ждем, когда зарегистрируют нашего кандидата Дмитрия Алексеевича Чубашенко, и вместе в бой с 30 сентября. Плохиши там через все каналы суют информацию, что вот, Усат, если приедет, арестуем и так далее. Значит, Плохотюк, наверное, думает, ага, за деньги не смог убедить Усатова уехать, сейчас его запугаю и без денег не вернется. Значит, мы будем бороться до победного конца, но давайте сейчас не о политике. Вечер, уикенд, вечер. Расскажу вам то, что произошло. В общем, прилетел в Европу, взял на прокат первый раз в жизни машину. Думал, ну, чтобы не ездить на такси, передвигаться проще там в клинику, куда-то можно съездить поужинать и так далее. Значит, прилетел, взял машину на прокат, все в порядке. Тут сегодня после капельниц решил приехать в Страсбург. Сейчас нахожусь в Страсбурге, вот на центральной площади. На центральной площади города. Значит, приехал часа три назад, час там походил по магазинам. Значит, короче, когда ехать домой, в общем, ребят, припарковался метров 300 примерно, 400 от площади. Вроде помню, как иду. В общем, час прошелся там по магазинам, вернулся в переулок. Короче, ребят, я не могу найти свою машину. Представляете, тут все переулки похожи. С одной стороны зашел, с другой. Фонтан одинаково виден со всех точек просматривается. И, короче, сижу в Страсбурге и два часа не могу найти машину. Так как машина с проката, я не знаю номер своей машины. Не знаю номер своей машины. Поэтому сейчас даже если обращаться в полицию, то я ума не приложу, как им объяснить ситуацию. Ключи от машины у меня есть, но больше никакой другой информации нет. Вот, поэтому хотел, во-первых, узнать, есть ли тут наши в Страсбурге. Наши-то есть везде. Вот, но никогда в такую ситуацию не попадал. Плюс уже скоро темнеет. Вот. Значит, и вот такой прикол. Вот тут пишут, иди в полицию. А что сказать? Как в фильме «Джентльмены удачи». Там был человек и дерево. Я помню фонтан. Фонтан вот он есть.
помню памятник. Проблема в том, что я просто, если бы хотя бы запомнил, как памятник был, когда вышел на площади, с той стороны, где машина. Ко мне передом или задом. Вот такая ситуация. Так, тут пишут, что кто-то потерял машину в Ашане, нашел ее по GPS. Ребят, я понятия даже не имею. У меня там есть документы, которые выдали, когда прокат брал машину, но они находятся в машине. Вместе с чеком и бумажка там, где телефон там, техническая служба и так далее. Вот, короче, такая штанга у нас средь бела дня, пока еще не вечер. Вот. Вы знаете, так, тут вижу, кто-то прикалывается. Значит, на самом деле мне тоже смешно. Просто я уже маленько устал, чтобы вы понимали, 2 часа ходить по кругу. И вроде все улочки похожи, переулки и так далее. Вот тут Боря Тучак пишет, звони в контору, ее найдут по GPS. Боря, я понятия не имею. Я когда прилетел в аэропорт, там первая же стойка была. Нужно же, как минимум, ладно, телефон компании сейчас найду. А, ну да, сейчас найду название компании, я помню. Значит, по названию компанию найду в интернете. Назову фамилию, и теоретически они должны ее увидеть. Нет, тут спрашивают, не Зальцбург, а Страсбург. Бонжурне. Приколисты тут. Так. Если парковка не оплачена, то ее, скорее всего, забрали. Проблема в том, что ее не то, что забрали. Проблема в том, что я понятия не имею, где она находится. Вот. Вот тут пишет Нелу, сигнализация, пультом ходите и включайте. Да, может мне еще выходить, стоять на площади и кричать, Молдова, Молдова, с брелком от Ауди, да? Так. Да, надо спросить у плохиша, да, если есть наружка плохиша, но ее, к сожалению, салут. А? Молдова, да, норок. Салут, салут. Я кому-то нежден. Дает Амасный директ в Фейсбук. Да? Бонжур. Ты в Молдове. Ампаркат у него машина. В ряду судиметры. Штенжур. Шамбинец, амфос, шедим партия, сердим партия. Ну, цените меня ампарката. Да, машина и дела. Дела прокат, штенжур. Да. Шимчака шед онлайн, ку молодые нужны Facebook за целом ряд, синева карикуна и Страсбургу. Пьем прокат, вот 300 метров, паркаешь, это импяться. Кын мауит, тын куаще, ампост, на дирекции, еще ладно, больше. Ну, да пись, магнем, катарям, мы просто иди к этим, говорит, Германия стала колу, а у клиник шамбинет. Пьем за все. Да? А есть локость, да? А муж, ну, я муж кредка центру пинтернет, да. А муж где номер ала компании, и по GPS, кю не жну цементи номер, ла муж, кю да кан лотой для аэропорт, а дика ну машина мяш, ты приватно. Да, шаша. Я ка еще не вас крикну, я ка сын жди номер трин Страсбург, поте. Я ка еще суета. Да. А? Да. Окей. Биндер, давай, не видел. Ларри Видера, все равно. А вышла кончер один кахун, но если тебе не кахун. Один кахун? Да? Бонжур, Эрик. Вот, пожалуйста. Молдова не есть, машины нет. Самый большой прикол, только начал кричать Молдова. Молдова сразу наши подбежали. Да.
Я кому-то не тонуш сегодня никакого. А может пойти гасим уж машину, а? Вот, ладно, ребят, не буду вас грузить. Тут многие пишут, что вот публика показывает очередную грязь. Там про пьяных примаров. Ребят, те, кто некорректно себя ведет, значит, когда в партии сотни тысяч людей, если кто-то на самом деле нарушил закон, он должен ответить. Но беря во внимание то, что в Молдавии выборочная юстиция сегодня разбирается только с активистами УСАТО, где большинству из наших можно дать статус реально политзаключенных, понимаете? Вот, плюс я понимаю, что они хотят сделать. Они хотят максимальное количество людей посадить в тюрьму. А лучше бы Плохотнюк заодно дал бы судьям команду, чтобы в приговоре было указано. Значит, осуждены на срок, пока не пойдет правящий режим. Не нужно указывать годы. Вот примерно такая ситуация. Смотрите, вот скажите. Девушка говорит, ёбку нос срезали, я себя запомнил. Надо было сфотографировать машину, где я ее оставил. А так... Да. Ладно, ребят. Кто наши во Франции, в Германии, пишите в личку. Созвонимся, увидимся. Так, Винон Зальцбург. Зальцбург и Кандипарк. Акума Сонтон Страсбург. Тут все спрашивают, где мы. Ладно, ребят. Значит, звоните дедушкам, бабушкам. Советуйте не смотреть телевизор, подключите им Starnet, например. Пусть смотрят люди телеканал «Охота и рыбалка», Discovery, National Geographic, потому что там, по крайней мере, какие-то понятные каналы, чтобы не привязываться к плохишу. Все, ребят, давайте, люблю, целую, через пару дней увидимся. Пошел искать машину. Давайте, увидимся, пока.